Это песня о моем городе Одессе. Что такое одесские песни, все, наверное, знают. Но не все знают, что в Одессе все очень интересуются, какой же это одессит завез в Одессу эти одесские песни. Вот эта вот песня, поверьте, по-настоящему одесская. Все это было в двух кварталах от моего дома. Это просто случай, который был в моем родном городе. Песня так и называется «Случай». Начальник народной дружины обрадовал грады и веси, что будет теперь не до жиру одной из древнейших профессий. Сказал он, раз дамочкам энтим их облик моральный недорог, мы будем их вешать на стенде. Такие позорят наш город. Дружинники дам этих знали, по службе, конечно, мир тесен. И сотен с трудом отобрали, для стенда потребные 10. Конечно, повесили фото с фамилиями, с адресами, потом номера телефонов дописывали они сами. И к стенду тому каждый вечер мужчины стремились потоком, созванивались о встречах, справлялись о ценах и сроках, и адрес записывал кто-то, а самые шепутные по-черному крыли, что фото одетые и нецветные. И вот не прошло и полгода, как поняли некие дамы, по быстрому росту дохода огромную пользу рекламы. За место в заветной десятке, несущие рост клиентуры, давали дружинникам взятки деньгами, вещами. Но с миром преступным контакты напрасны, их срок быстротечен, и всплыли позорные факты продажи доходных местечек. Приперли дружинников к стенке, был суд справедливым и скорым. Их фото украсили стенды. Такие позорят наш город. Ну, а теперь... Я уже отдал ее Гоше и Лепе, они поют ее гораздо лучше меня. Вот такая песенка под названием «Монолог самостоятельной женщины». У нас какое-то очень мужское общество, надо все-таки женщинам отдавать хотя бы часть внимания, когда они все заберут, будет поздно. Что еще жду от нее, а Бог весть. Мужа не нужно, спасибо, было. Друга не нужно, спасибо, есть. Есть и работа, и даже квартира. Как я добыла их не для придир. Все, что хотела, брала и за все заплатила. Только, боюсь, исчерпала кредит. В доме мужчину держу уже год. Звать его Вася, естественно, кот. Я ведь на синий чулок не похожа. Масса знакомых, не меньше, чем 100. Всем, в общем, нужно одно и то же. Ну, предположим, а дальше что? Кто бы личнее мямля и тряпка? Кто порешительней, полный балбес? Грош головами цена, без андатровой шапки. Я уж побуду сама по себе. Вася, куда ты так пьяна на старт? Ах, я забыла, на улице март. Что за мужчины пошли? Ну и слякоть. Стоит для смеха любого прижать. Что вытворяют, могут заплакать и заявляют, что мне решать. Мне
это тоже проходит недаром. Брюки ношу и вожу «Жигули», пью и курю, но не смею ругаться при дамах. В этом пока они нас превзошли. Утром мужчине налью молока, буду под вечер. Васёныш, пока.